У меня с кризисом качество жизни улучшилось намного. То есть мы путешествуем теперь, пусть экономичнее, зато мы находим друзей, у которых есть дома, которые рады нас видеть. И мы наконец-то получили живое общение и ходим туда, куда ходят местные. Купаемся там, где купаются местные. А это, ребята, куда покруче, чем в дорогих отелях. Что касается мероприятий, их стало меньше, но они стали качественнее. Народ появился интеллигентный, потому что отсортировалось все деньгами, вход платный, и даже 3000 рублей для многих людей стало невозможной платой, и ты вдруг встречаешь людей, которых 10 лет не видел, и вдруг понимаешь, какая-то роскошь общения. Едим дома, готовят все, научились готовить обе дочери, супруг готовит лучше меня. Кот вроде не страдает от количества питания, лоснится, шерсть у него, все хорошо. Мне кажется, что кризис дал нам возможность переоценки ценностей, и мы свой бюджет таким образом распорядили, что нам сейчас все равно, что происходит с долларом и евро. У нас их практически нет, нам так хорошо живется.